вся компания в сборе. Егоркина. А в чем дело? Мостовая. Добрый вечер. Разрешите? Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Входите. Так мы договорились? Как вам угодно. Ну вот и все. Все так и вышло. Тихо, тихо, мой маленький, тихо. Не бойся, не бойся. Вот так. Она здесь ни при чем. Я только сегодня поселилась, они подтвердят. Так и запишите. Да я здесь по другому поводу. Я никуда отсюда не уйду. Мне некуда. Или отдам его в дом малютки. Подождите, подождите, подождите. Я сейчас уйду. Скажите, Рукояткин Александр ведь здесь проживал? А, так вы из-за Саньки. Из милиции. У нас уже был обыск. У нас ничего не нашли. И правда, что она человека убила? Минутку, минутку, минутку. Я сейчас вам ничего сказать не могу. А вот вас хотел бы кое о чем спросить. Тихо, девки. Ничего мы не скажем. Он нам тут вопросики хитренькие задавать будет, а Санька еще хуже сделает. Ну, один-то вопрос можно задать? Какой? Вы задайте, а мы подумаем. Скажите, вам жалко, что ее с вами нет? Жалко. А что, Санька добрая? Да, жрать давала, деньги одалживала. А где она деньги брала, вы знаете? А это не наше дело. Хахали давали. Санька моему ребенку 10 ползунков и 20 пеленок купила. Нет, серьезно, за что ее посадили? Не могу сейчас сказать, честное слово. А, тайна следствия. А на свидание к ней пустят? Нет. Пока нет. А что будет с вами? Не знаю. Выгонят, наверное. Мы подписку давали. А что? А что, замуж ходить не будем? Идите и рожать. А то у нас из вашего города в 24 часа трыть. Лимит. Слыхали такое слово? Запирайте ворота, пред деревней лимитовать про нас. И все-таки, что это за подписка такая? Тихо, девки, без ля-ля. Туда ля-лякаемся. Еще вопрос есть у вас? Нет. Нет. До свидания. До свидания. До какого свидания? Вы что, еще к нам придете? Ну, если понадобится, мы вас вызовем. А молодые холостые с пропиской у вас там есть? Вот пусть они и вызывают, мы все придем. Саш, привет передайте. Хорошо, передам.